На нашем празднике очень много гостей. Мы, вот смотри, наших гостей можно разделить на, по нескольким критериям. Друзья и родственники. А по каким еще признакам мы можем разделить нашу свадьбу? На кого? Гости жениха, гости невесты. Мужчины, женщины. Ну, мальчики и девочки. Девочки, абсолютно верно. Мне всегда интересно, кто же на свадьбе более активный, мальчики или девочки. Сейчас мы попробуем это проверить. Попробуем услышать девчонок. Девчонки! Сейчас послушаем парней. Парни! Это пока мы не можем никак разобраться, поэтому я продолжаю дальнейшую борьбу мальчики против девочек и узнать, кто же на нашей